Валерий Переверзев и братья Тарсуевы вместе трудятся над картиной «Брат 3». Кино сейчас на стадии продакшена, то есть идут съемки, в том числе и в областном центре. Режиссер родом из Тамбова, и городу в будущей картине уделяется много внимания. Можно сказать, что Тамбов – это полноценный герой фильма. Я знаю этот город географически, хотя уже стал чуть-чуть забывать какие-то… Ну, мы шли сюда пешком. То есть мы почти все улицы, мы даже дворами прошли сюда. Я ребятам шел и показывал здесь это, и я знаю его географически, я знаю его ментально. Он особенный. Осужденные имели возможность задать любой вопрос режиссеру и актерам фильма. И если Валерий Переверзев сосредоточился на тонкостях кинопроизводства, то Юрий и Владимир Тарсуевы рассказали о своем актерском пути. Это драмы, хорроры, сериалы и, конечно, любимый всеми электроник. Как вы могли догадаться, мы находимся с вами в действующем кинозале. До пандемии каждую субботу и воскресенье здесь устраивали коллективные просмотры для всех заключенных. Также показывали здесь и приключения электроника. Так что сегодняшние зрители не могут быть не знакомы с Раешкиным. Коронавирус закрыл двери местного кинотеатра, но кино в жизни осужденных осталось. Сотрудники колонии стараются подбирать актуальный и интересный репертуар. У нас во всех отрядах установлены телевизоры, подключено кабельное телевидение, которое демонстрируется вот отсюда с клуба. Есть узел, где мы включаем фильмы, есть на неделе делаем программу, где включаем также российское кино, новости, зарубежные. Отдают предпочтение осужденные комедиям и фильмам о войне. Среди особо любимых – советская классика. В программу просмотра попадают, конечно, не все фильмы. Сотрудники колонии исключают попадание на экран всяческого рода жестокости. Удается попасть на большой экран и местным киноделам. В учреждении работает собственная телестудия. Алексей на воле работал с фотосъемкой, а теперь набирается опыта с видеокамерой. Коллектив дружный, мы обучаемся. Еще год назад я не мог даже работать в том же Adobe Premiere, Adobe After Effects. Сейчас никаких проблем не составляет. Мы делаем полноценные фильмы, ролики, видеозаписи для отчетов. Новостные сюжеты местной телестудии транслируют в отрядах, а игровые картины и ролики отсылают на конкурсы в СИН, где колонию не раз отмечали призами. Так что отчасти разговор режиссера с аудиторией – это диалог коллег. Павел Ярасов, Николай Иванов, Анна Мусатова, «Область новостей».